Плюс 3 под подозрением сразу у нескольких кировчан. Тест-система показала положительный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня говорится в последних сводках от Министерства здравоохранения. 3 человека, у которых подозревают коронавирус, контактировали с заболевшими, где и при каких обстоятельствах, не уточняется. Они госпитализированы. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 17 человек с положительным результатом тест-системы находятся на госпитализации. 12 пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Из инфекционной больницы выписан 8-й пациент, вылеченный от коронавируса. Сегодня также появилась информация от Роспотребнадзора по контролю за работой предприятий. С 28 марта по 7 апреля было проверено 247 объектов, составлен 21 протокол об административном правонарушении. Тех, кто работал незаконно, сразу же закрывали. За нарушение режима самоизоляции лиц, которые приехали из-за рубежа, было составлено 4 протокола. Какое их ждет наказание, не указывается.